Короче, друзья, 20 июля. Рекламирую вот такой диск, трехлопастной, 250 рублей стоит. Но просто маленький да удаленький. Вот, Владимир Сергеевич, покажи участок. Вот таким диском ложим траву, что-то леской делаем, а что-то дисками. Сегодня вот на усилении Владимир Сергеевич помогает. Но в чем опасность? Он очень хрупкий. А вот эти вот сваи, когда встречается, загибается. Ну потом молоточком выпрямляешь и напильничком точишь. Короче, идея показать, какой классный диск. Давай лучше. Короче, двигаемся от забора, вот от того забора, до того забора, 50 метров, ну 45, там еще противопожарную полосу нужно сделать. И вот оттуда, от входа, до туда, получается 60 метров, ну получается, как бы 30 метров, еще дорога 6 соток, ну хороший участочек, дай бог здоровья заказчику. Значит, кому интересен вопрос, плюс 7-924-123-24-44, Сраженко Владимир. Все отчеты на YouTube-канале Сраженко Владимир. Сейчас хочу, первый раз работаю за несколько лет, вот профессионально занимаюсь покосом. Разные у меня диски были, по 900 рублей, штилевский профессиональный. Вот сейчас его подточил, обалденный диск. Вот сейчас обратите, какой срез травы. Он маленький, легкий, но удаленький. Сейчас запиши. 3 минутки еще запиши. Значит, друзья, рекламирую диск обалденный. Маленький, но удаленький. Стригет как надо. Только подточил. 250 рублей всего лишь стоит. Кому интересен покос, плюс 7-924-123-24-44. Все отчеты на YouTube-канале Сраженко Владимир. Ну понятно, он будет прям в глубину.
Молодец, родина тебя не забудет.